Cuando decidimos trabajar con la canción de Nuba y nos sentamos con el director Boris Divinov para crear una historia, decidimos hacer algo que reflejara esa búsqueda del ser humano por las cosas espirituales y que al mismo tiempo ejemplificara la situación por la que muchos hemos pasado, de estar en medio del bosque perdidos en la oscuridad y de momento vemos esa luz que es la que nos guía. Y cuando la seguimos y cuando tenemos ese encuentro con esa luz, nos transforma. Среди наших артистов было много людей, которые ходят в церковь и думают о Боге. И когда Борис рассказал им сюжет песни и то, что он в результате хочет увидеть на экране, для многих было очень большой помощью в исполнении своей актерской задачи. Съемка клипа состояла из двух частей. Первая – это с людьми в лесу, и вторая – синхрон на берегу Финского залива. Repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Люди в лесу. Для съемки этого эпизода было задействовано достаточно много техники. Нужно было при дневном свете показать ночь. В кино это называется «Американская ночь». Работа была чрезвычайно сложна, начиная с того, что нужно было найти сначала 14 актеров, которые были бы абсолютно разными по возрасту, и убедить этих актеров, что они должны работать в заснеженном русском лесу практически целый день. В мои функции входило подобрать персонажей, одеть их, предоставить костюмы и, естественно, загримировать, создать определенные образы. Наша страна пережила большое количество несчастий, и те образы, о которых мне рассказал Борис, были знакомы мне с детства по многочисленным фильмам, телепередачам и архивным материалам, которые мне приходилось смотреть даже в альбомах своих родственников. Самое, наверное, сложное артистов поджидало впереди, на берегу залива. Им в лицо дул мощный, практически как вертолет, генератор ветра. Я постоял там несколько минут, дышать даже достаточно тяжело под этими потоками воздуха. Опять же, надо сказать спасибо артистам, никто ни разу не пожаловался. Мне был очень интересный момент трансформирования людей из несчастных, убогих, голодных в людей, которые поверили в свет, в добро, в Бога и в радость. При съемке Маркоса Видаля в тот момент дул сильный ветер. Маркос снимался на берегу Финского залива при ветре больше, чем 20 метров в секунду и температуре воздуха минус 2 градуса.
La grabación del video de Nuba ha sido algo, una experiencia muy emocionante, única, muy fría. Aquí estamos en el, al norte de San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia, y pues a no sé cuántos grados bajo cero, aunque brilla el sol, pero ha sido algo muy, muy emocionante ver, poder tener contacto con toda esta gente que ha participado y que han expresado, han plasmado muy bien lo que es la, la idea de esta canción del Cantar de Nuba.